Такой вот вид у меня сейчас. Давайте посмотрим в окошко в мое. Вот это мое окно. И посмотрите, что я наблюдаю в своем окне. Давайте посмотрим. Вот так вот. Вот. То бывает, уточки плавают, теперь нет. Теперь у меня в окошке цапелька гуляет. Вон она. Красивый. Он или красивая она, никому не известно. Ну вот так вот. Вот такой вид у меня сегодня. Красота. Все в моем саду цветет. Красота. Такого цвета красивого. Голуби. И все одинаковые. У них такие воротнички, прям, я не знаю, фиолетово-розовые, какие-то вот такие фиолетово-розовые. Непонятные. Братья, сестры. В общем, красивые. Смотрите, какой цвет. Ну надо же. И на солнышке так хорошо видно, как переливается перламутром. Вечером особенно красиво у нас тут. Просто особенно красиво. А на той стороне, посмотрите, уже все оливки оделись в листву. И вот-вот зацветут. И тогда такой аромат. Окунаешься в такой аромат, что выплывать не хочется. Я всегда беру веточку цветущей оливки, ставлю к себе на столик, чтобы вечером ощущать этот необыкновенный аромат. Хотя что его ощущать? Открыл окно и ощущаю себе. Такая вот красота у нас тут. Птички прямо аж ныряют. Водичка сегодня тепленькая была. Смотрите, раз. Раз, прям ныряет. Окунается. Стрижики. Стрижи, наверное. Что делает? Что делает? Ну все, пока-пока. Такого дивного вам вечера. Вон фазан сидит. Вон фазан. Вот у нас тут фазаны летают. Рема его спугнула. Да.
Ремочка спугнула фазана. Вот это вот оливка дикая. Вот у нас все оливки растут. А вон мой муж идет, выгуливает Ремку, охотницу нашу великую. Вот он, среди диких оливок пробирается мой рыцарь. А принцессу свою оставил. Пошли дальше. Он меня не слышит. Сын царя царей оставил дочь царя царей. Пошли дальше. Какая у нас красота здесь, необыкновенная. Такой настоящий розово-оранжевый вечер. Сегодня очень тепло, больше 30 градусов было. Люди только что купались. Ой, уточки как разговаривают. Ой, как они разговаривают. Такая красота. И на вечернюю прогулку. Все. Вон они. Сегодня у нас на ужин, легкий ужин, вот такая тарелочка. Это не тарелочка, это целый поднос. Креветки, шпроты, но это шпроты все холодного копчения. Это килька, это тюлька. Видите, она разная. Ну, естественно, зелени много нашей всякой, но главное сегодня это креветки. Очень хотелось давно уже нам креветочки. Это нам с мужем вот такая большая тарелка. А вот это сын. Сын у нас по пиццам. И креветки очень хорошо сочетаются с сыром. Поэтому сегодня пицца с креветками. И просто креветки он любит. Если надо, еще подложить. Еще положить, сына? Угу. Еще, говорит, положить. Давай. Все. Приятного аппетита. Вот это у нас сегодня вот такое вот.